Хочу рад приветствовать. Продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. Сегодня у нас обзор на Торнадо Энергетик, Торнадо Кактус. Вообще бренд Торнадо на рынке уже давно, лет, наверное, 15. Раньше у них вкусы, на мой взгляд, были повкуснее. На сахаре Актив, Шторм и Айс. Очень прикольные вкусы были, дешевые, стоили что-то меньше 50 рублей. Были очень вкусные и неплохие. Дизайн у них был, на мой взгляд, получше, чем сейчас. Но в последнее время Торнадо, конечно, остается дешевыми напитками, но стали подсластители. Это мне нравится. Старые вкусы изменились. Много выходит новых, это прикольно, но большинство из них не очень. Большинство из них не очень. А вот этот объем 0,473 покупался за 85 рублей. Давайте посмотрим состав калорийности, будем дегустировать. Итак, ребята, ну дизайн такой аутентичный. Кактус. Давайте посмотрим состав калорийности производителя. На стоимость напитка у нас 20 килокалорий, 4,8 грамм углеводов в виде сахаров. То есть пониженная калорийность, значит, присутствуют подсластители. В состав у нас входит следующее. Сахар, лимонная кислота, цитрат натрия, ароматизаторы, таурин, кофеин, краситель тартразин, желтый хиниловый, синий патентованный. Подсластитель сукралоза, эцурфам калия, консервант бензоат натрия, витамины группы Б, ПП. Ну, в общем-то, и все. То есть, по сути, здесь кофеин, таурин, подсластитель и сахар. Как энергетик, он слабенький. Изготавливается на разных заводах в зависимости, соответственно, от вашего региона. Ну что, давайте пробовать. Погнали. Ну что, ребята, пахнет кактусом. Аромат вкусный, приятно пахнет. Давайте пробовать. Ну, интересный, кстати говоря, вкус. Я пробовал энергетик с кактусом, наверное, где-то 5 видов на канале есть. Вот это, наверное, самый интересный. Во-первых, не сильно чувствуется химозность подсластителя, это радует. Он не приторный, не кислый. Такой, знаете, как будто свежий разрез кактуса. Ну, честно говоря, прикольно. Ожидал хуже. Неплохой вкус получился. Конечно, постоянку вряд ли пойдет, но так вот иногда брать... Прикольно, прикольно. Мне пока нравится, неплохо. Сейчас еще попью, приеду в зал, поделюсь с коллегами и позже включусь. Привет. Сегодня пробуем Торнадо со вкусом кактус. По запаху что-то такое кактус немножко отдает, неплохо. Ты ел кактус? Ну, химоза. Курил. На опыте. По вкусу пизда сладко. Не пошло. Прям очень сладко. Но для тех, кто любит сладкое, это оно самое. Недорогой по акции. Недорогое, да. В общем, напиток неплохой. Поставлю, наверное, 3,5 из 5. Можно брать, да? Брать можно, если любите сладкое особенно. На рельеф, как говорится. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. На метроме легенда. На кактусе. Пробуем. Торнадо на кактусе. Вот, меня давно не было, приболел. Вот, сегодня будем запитываться энергией Торнадо. Не знаю, что из этого выйдет, потому что Торнадо сам по себе такой средний напиток. По акции, даже, да, сказал бы, ниже среднего. Сколько? 60-70 рублей где-то, да, стоит, да, да? Да? Блин, ну цена уже говорит сама за себя, что это полное дерьмо, как бы это не в обиду никому. Не к добру, не к добру. Да, но опять же, скажу, лучше, чем Velocity или Startup. Не перестану это повторять, не перестану. Вот, пробуем, ладно. Пахнет кактусом. А як запахло. Ну и дерьмо, ребят. Не пошло? Пиздец просто. Кто-нибудь будет допивать? Нет. Вот я так же думаю. Вот, что могу сказать? Вот, что вообще можно с этим сделать? Поставить и кого-то набутыливать. Вот. В принципе, больше ни для чего оно не пригодно. Не пейте, ребят, лучше купите горилу, я не знаю. А сколько баллов? Ноль. Вообще не пошло, да? Вообще не пошло. Вкус ужасный. Компоненты, то есть я вообще не знаю, банальные самые дешевые. Потому что там, я не знаю, чувствуется какой-то отвратный вкус. Полное дерьмо, ребят. Больше даже добавить нечего. У меня аж язык скрутило после этого. Все, всем удачи. До новых встреч. До новых встреч, да. Ребята, выслушали мне коллег. Ну, это напиток такой действительно не на каждый день, иногда взять можно, дешевый. Вот, я поставлю 3 балла из 5, можно пить, но чисто на один раз. А насыщенный кактус, интересный вкус, вот, поэтому можно, 3 из 5. До новых встреч.